Месяц. Именно столько длился парад красоты и женственности в центральной лаборатории Ависмы. 6 прекрасных девушек 48-го цеха соревновались в красоте, интеллекте и харизме за звание «Мисс ЦЛК». Дефиле, интеллектуальные игры, фотосессии, кулинарный конкурс и видеопрезентации. В лаборатории кипели не только химические составы, но и нешуточные страсти. Со слов участниц, конкурс не только подарил море эмоций и ценного опыта в чем-то новом, но и ближе познакомил друг с другом. А работать среди друзей всегда интереснее. Это людям надо, потому что после работы познакомиться, сдружиться, провести весело и интересное время, это всегда было здорово и привлекательно. И этот конкурс, я думаю, должен сподвигнуть, чтобы новая волна пошла в цехах проводить какие-то конкурсы, объединяться. И вот результаты. Мисс Очарование Евгения Сидорова. Мисс Фантазия Дарья Аристова. Мисс Артистичность Анастасия Трефилова. Мисс Загадочность Вера Маховикова. Мисс Открытие Наталья Маховикова. И, наконец, победительница конкурса Анастасия Толкачева. Очень волнительно. Я вообще переживала весь конкурс. За это время, месяц, шел, я испытала полный вообще спектр эмоций и радость, волнение, там где-то даже разочарование, удивление, вообще все-все, что можно было. И приятно удивлена, что в итоге мне удалось победить. А мы уверены, что красота не только спасет мир, как говорил Достоевский, но и скрасит рабочие будни, сблизит коллег и зажжет новые звезды на Ависма.